Еще одно интервью на этот раз с Рокски, с Титаном. Всем привет. У тебя стрижка короткая, я заметил. Недавно постригся? Да, парикмахер говорит, вот, теперь сделай такую прическу, будешь всех выигрывать. Это летний вариант, да, более лайтовый получается? Ну да, потому что когда такая шевелюра, как-то запаристая, жарко. То есть, судя по твоей стрижке, ты основательно подготовился к турниру, кроме как, ну, какие еще, как ты тренировался, короче говоря? Ну, я играл много ЦГ, ну как много, не так много, но достаточно. Я еще взял с собой специальную кашу энергетическую, взял с собой цветочную пыльцу, так что я готов. Что, прости, ты делаешь с цветочной пыльцой? Я ее ем натощак. А что она тебе дает? Она дает энергию, кучу витаминов и хорошее настроение. Ты чувствуешь себя как маленькая пчелка, кажется. Я чувствую большой прирост сил. Я готов играть очень много. Ясно. Ты знала сетки заранее? Ты знала, как, кто у тебя будет за противник? Если честно, кстати, я не знаю, с кем ты в первом, не помню, с кем ты в первом туре играешь. С Соклановцем нашим, с Кридом, Джуниором. Ну, как, ты ему дашь мастер-класс или... Ну, конечно, раз он приехал, я обязан это сделать. В следующем туре, кажется, тоже кто-то из Роксов будет. Да, у нас сетка вообще жесть. Вот просто у меня первый тур Рокс, если выиграю, второй тур Рокс, скорее всего. И если там все наши нормально проходят, третий тур Рокс. Такой бред. Ох, тяжело будет, наверное. Конечно. Нас, как бы, я считаю, вот Сливку и Лавзерга самыми такими фаворитами сильными. Сливка не хорошо себя показал на Home Story Cup, а Лавзерга почему ты причисляешь прям к фаворитам? Ну, потому что я тренировался с ним и знаю, как он играет. Ну, уровень его игры, как он может сыграть. Ну и, как правило, на тренировках он вообще блеск показывает. Не троша может удивить. Выстрелить в револьвера. Да во всех он может выстрелить, на самом деле. Тут бот 2, ой, бот 3. В принципе, это вполне возможно. А кого из... Ну, твой прогноз на топ-3? Без тебя. Без меня? Без тебя, да. Так. Чтоб не сглазить. Дайте-ка подумать. Да я не хочу ничего прогнозировать, мало ли что. Я просто в той сетке не знаю, что Хэппи вроде, он круто играет, но его забрить много кто может, по идее. Вот говоря о прогнозах, да, кто бы мог подумать, что Фраер в два тура сыграет? Кто бы мог подумать, что Фраер проиграет Иблаю, а тем более, кто мог подумать, что он проиграет Украин Старо. А, ясно, ну что ж... Хочу пожелать удачи искренне, будем болеть. У вас турнир начинается уже через минут 20, наверное, да? Даже. А, напоследок что-нибудь можешь сказать, передать? Хочу передать привет маме. Вдруг она посмотрит. Ну ладно. Еще будет интервью, так что дальше передам. Давай, мочи.